Философские рассуждения вперемешку с комичными ситуациями. В Гродненском областном драматическом театре покажут романтическую авантюру «Луковица жизни». Что она поклянется всеми святыми и скажет, что это неправда. Что Джули и Нано ошибаются, что они с Марио в самом деле брат и сестра. Мерзость. Трагикомедия в двух действиях расскажет зрителю о человеческом одиночестве и попытках его преодолеть. Пройти множество испытаний и в результате найти свое счастье. Главную роль Пьеро исполнит заслуженный артист Беларуси Александр Шелкоплясов. В течение всей постановки он будет разбираться в себе и искать способы наладить отношения с семьей. Но в итоге жизнь сама расставит все на места и сделает счастливыми сразу всех героев спектакля. Задача творческой команды — затронуть как можно больше людей, независимо от их возраста и взглядов. Здесь многие проблемы затрагиваются, и любви, и отношений отцов, и детей. И, конечно же, главная линия, о которой хотел говорить я, это любовь. Любовь, она многогранна, и люди порой находятся часто в таких ситуациях, что влюблены они вместе, или вместе, а не влюблены. И что тогда делать? Вот об этом поговорим. Премьера уже 26 марта. Трагикомедия о семейных ценностях будет сопровождаться танцами и игровыми моментами. Сейчас актеры репетируют, чтобы «Луковица жизни» нашла отклик в душе каждого зрителя. Я всегда смотрю по публике, по зрителю, как они реагируют. Но все, что могли сделать, мы сделали. Материал сложный. Все в основном актеры, танцоров нету, все танцующие актеры. Стараемся работать, стараемся как-то постоянно работать над собой, именно помимо каких-то постановок. Поэтому все будет видно уже на выходных.